Мы вернулись в Шушу, вернулись навсегда. В культурной столице Азербайджана президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети. В церемонии также приняли участие первая леди Мехрибан Алиева и их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева. По словам главы государства, после освобождения города Шуша он стал думать об архитектуре этой мечети. В свое время в Шуше было 17 мечетей. За годы оккупации все они были разрушены. Три мечети находились в полуразрушенном состоянии. Мечети Юхары и Ашагагбе в Харага и Сатлы. Президент отдал указ об их ремонте. Место мечети, по словам главы государства, тоже было выбрано не случайно. Это верхняя часть Шуши, и возведенная здесь мечеть будет доминировать над городом. Не случайно выбранный день закладки фундамента. Завтра весь мусульманский мир будет отмечать священный праздник Рамазан. Президент Ильхам Алиев вместе с членами своей семьи также побывал на восстановленном роднике Хангызы в Шуше.